Мероприятие у мемориала односельчанам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны, традиционно состоялось в Павшино. Почтили память героев местные жители, школьники, депутаты Совета депутатов, представители ветеранских организаций, администрации округа и духовенства. Отец Николай, священник местного храма, отслужил панихиду по погибшим в борьбе за Родину. Школьники 7-й гимназии и воскресной школы представили проникновенную поэтическую программу. Односельчане вспоминали тех защитников, с кем были знакомы лично, и произносили слова благодарности всем героям, отвоевавшим мир для ныне живущих. И хотя выступления на митинге отличались по форме, они несли и транслировали одну главную мысль – мы должны быть достойны памяти павших. Такие мероприятия нужны, особенно показывают молодежи, потому что, надеюсь, в следующие годы они своим детям также будут рассказывать. Повторюсь, человек жив, когда о нем помнят. Вот, мы находимся в деревне Павшино. До войны было 319 дворов. 300 павшинцев данной деревни ушло на фронт, и 186 не вернулось, как раз они выбиты на мемориальной доске. Если взять Красногорск, то более 6800 человек не вернулось красногорцев в годы Великой Отечественной войны. Достаточно такая весомая цифра. Поэтому самое главное, еще раз повторюсь, такие даты надо чтить, помнить и рассказывать о них. Если бы не те люди, то нас бы сегодня не существовало. Мы почитаем людей, которые погибли, которые сражаются сейчас за наши жизни, за наше счастье. Вот то, что мы живем, то, что у нас есть, это благодаря им. Череда мероприятий, проходящих в округе, свидетельствует о том, что Красногорск помнит подвиг героев, чтит прошлое страны, достойно живет в настоящем и верит в великое будущее.